Добрый день, уважаемые друзья! Очередное видео подобрал, интересное видео. Все хотят каждый раз, чтобы пчелы приносили мед, правильно? Это законное желание у всех, но не все знают, как заставить пчел носить мед. Приходилось бывать на разных пасеках, беседовать с людьми и по интернету. Говорят, вот цветет подсолнух, не знаю, как его заставить. Вот тут рядом новые посевы хорошие, пчелы не хотят лететь туда. В чем дело? Дело в том, что пчелы настраиваются на тот взяток, который идет, и они с него берут постоянно этот взяток. Даже если появился новый взяток, они медленно перестраиваются. И вот эту медленную перестройку можно усилить, чтобы они быстрее перестраивались. И ученые нашего бывшего Советского Союза по пчеловодству проводили различные опыты. Я сейчас прочитаю статейку, а потом и ученых, что они говорят на эту тему. Можно ли пчел заставить носить мед с других цветов? И каким образом? Итак, друзья, 1963 год, номер 5. Это видео будет называться «Как пчел заставить мед носить». А статейка называется «Ароматизация пчелиных гнезд». В журнале «Пчеловодство» номер 3 за 1961 год я прочитал статью Таранова «Приемы, стимулирующие летную работу пчел». Статья очень заинтересовала меня, и я решил провести опыт у себя на пасеке во время главного взятка с гречихи. Выделил 6 пчелиных семей, 3 опытных и 3 контрольных. Пары подобрал равные по силе, количеству расплода и запасам корма. Вырезал полоски картона, смачивал их мятными каплями и вечером через литок вводил аромат опытным семьям. Результаты оказались поразительными. 3 опытных семьи дали на 42,4 килограмма валового меда больше, чем контрольные. Имеется в виду в сумме из 3 семей на 42. Если 42 разделить на 3, то это будет на каждую семью. Вот такое количество добавка было. Чтобы убедиться, что это не случайность, я решил повторить опыт. С этой целью весной 1962 года все 125 семей пчел разделил на 2 группы, приблизительно равные по силе, количеству расплода и запасам корма. Кроме того, из опытной и контрольных групп выделил по 5 семей для индивидуального учета. Опыт начал 4 июня во время цветения мышиного горошка, которого было очень много вокруг пасеки. Ароматические вещества разбрызгивал из пультивизатора на бруски и верхние части сотов без разборки гнезда. То есть открывал верх, снимал крышу и спреял. Спреял их специальным ароматным, раствором. У 5 семей опытных групп, выделенных для индивидуального учета, обрызгивал 4 крайних сота. Не сахарный сироп, друзья, а именно тут мятами, или мелисса, или еще что-то такое, которое, или цветки, настоянные на воде. И обрызгивал. И что происходило? Дальше. Однако опыт на этот раз не удался, так как на следующий день похолодало и пошел дождь. Такая погода длилась почти весь июнь. Опыт по введению ароматического вещества в улей пришлось повторить в июле. В это время установилась теплая, солнечная погода. Первый раз я дал мятные капли опытным семьям 5 июля, затем 11, 16 и 20. Так что обратите внимание, 4 раза давал. Ароматическое вещество вводил улей описанным выше способом. Имеется в виду спрей. Разбрызгивал, как говорят у нас, росинкой. Первый раз я дал мятные капли, так он говорит уже. Пчелы начали активно посещать козлец, донник и жабрей,
которыми были засорены близлежащие поля, и особенно пустырник и глухую крапиву. Эти медоносы в изобилии росли на непаханных огородах, по обочинам дорог и краям полей. В конце опыта 21 июля я проверил семьи, выделенные для индивидуального учета. Именно 5 семей были у него опытных, и 5 просто он туда ничего не делал. Они летали, как все обычно. В 5 опытных семьях прибавилось от 22,5 килограмма до 40 килограммов меда. А в 5 контрольных от 12,5 до 37. От первых 5 семей получено валового меда на 45 килограммов больше, чем от вторых. То есть это если разделить на 5, по 5 килограммов, на 5 килограммов больше принесла каждая семья. Товарный мед, полученный от остальных опытных и контрольных семей, я сливал в разную посуду, при сдаче в кладовую взвешивал отдельно. Всего от 62 семей опытной половины пасеки только из магазина выкачено 797 килограммов меда. От 63 семей контрольной половины 579. То есть там 62 дали 797, а здесь 63 дали 579. Или на 218 килограммов меньше, чем от опытной. Всего же валового меда на пасеке получено, ну, описывает это, по-видимому, колхозная пасека в то время была, частникам таких пасек в то время не разрешалось, 5814 килограммов. Из них из опытных семей 3180, а от контрольной семьи 2634,5. От контрольных семей. Или на 545,5 килограмма меньше. Во время опыта я наблюдал за летной работой пчел. Интересно отметить, что пчелы из семей опытной группы обычно раньше вылетали на работу утром и более активно работали, чем пчелы контрольной группы. Правда, днем в самое жаркое время в опытных и контрольных семьях одинаковой силы резкой разницы в лете пчел не наблюдалось. Я пришел к выводу, что введение в улей ароматического вещества активизирует летную работу пчел и, следовательно, способствует росту продуктивности пчелиных семей. Обратите внимание на этот метод, чем он хорош. Дешевый, экономичный и незатратный. Удобно пользоваться им и, как говорится, прибыльны. Вы имеете больше меда, заспобуждаете пчел летать. И это пишет человек с Башкирской ССР, Благоварский район. Итак, друзья, еще одна статейка, я читаю, называется «Борьба с хищниками». Тоже интересно, с хищниками пчел. Учебник по пчеловодству рекомендует две для борьбы с осами применять приманки из медопиргового раствора. Этот способ, ну так считает хозяин, неудобен. Почему неудобен? Так как на такую приманку летят и пчелы. Мы применяли более простой способ. То есть он удобен, если туда будут заходить только осы. А осы, они, как правило, меньше, и этот способ хорошо работает. Но он решил другой способ проверить. В начале сентября в колхозе имени 21-го съезда КПСС Старобожевской Донецкой области для приманок использовали подслащенную молочную сыворотку. Ну, все знают, что такое молочная сыворотка. Вот. И ее подсладили сахарным песком, так сказать, сахаром. Светлые с конусообразными ячейками бутылки на одну треть заполнили сыворотка и поставили 5-6 метров друг от друга возле ульев со стороны прилетных досок. Всего на пасеке поставили 30 бутылок. Ну, как правило, я еще раз поясняю, что в то время запрещалось иметь частнику много ульев, и это была колхозная пасека. Ежедневно в каждой из бутылок тонуло 4-5 ос. За неделю лед их совершенно прекратился. Ну, представьте, если 30 бутылок помножить на 5, это 150 ос за неделю. Это, ну, как говорится, очень хорошо. Приманка из молочной сыворотки хороша тем, что она не привлекает пчел. Ее можно не убирать с пасеки даже во время лета пчел. Пчеловоды, пользуясь этой приманкой, могут полностью освободиться от ос. Всякая информация, которая здесь написана, советую
проверять, потому что, как и в настоящее время, есть люди, которые не дают правильной информации, ну, просто пиарятся. Ну, оно привлекает видео, название, а поэтому всякий раз, я считаю, что вот этот метод, я пробовал кормить пчел, пчелы не сильно на сыворотку кидаются или на молочное, и поэтому вот этот метод тоже проходит, и он пройдет. Но всегда советую проверять, друзья. Когда вы слышите какую-то информацию по пчеловодству, хороший пчеловод, плохой пчеловод, он может и дать неточную информацию. И оно может почему не сработать у вас разные периоды времени, возможности разные, взятки разные. Поэтому холодно ли, или что-то вы не так сделали. И поэтому оно может не сработать, а может сработать. Поэтому пробуйте, проверяйте. Все, что у вас работает, вы будете использовать постоянно. Если не будете пробовать, вы просто прослушали, и у вас, так сказать, ничего не взяли, и при таком развитии по пчеловодству вы окажетесь, ну, в числе отстающих. Читаем дальше. Вопросы и ответы. Задают, как всегда, пчеловоды вопросы. Улей лежаке рядом с основной семьей у меня зимует нуклеус. Как сделать из него самостоятельную новую семью? Ответ. Всю весну нуклеус следует держать в улье-лежаке рядом с основной семьей. Чтобы пчелы обеих семей не путали своих литков, стенку над литками можно окрасить в разные цвета. Нуклеус будет частично обогреваться теплом основной семьи и лучше развиваться. Можно нуклеус подсилить перестановкой одной-двух рамок зрелого расплода без пчел от основной семьи. То есть считается запечатанный расплод, если этот нуклеус имеет достаточно пчел для обогрева. Вот. Обе семьи, основную и нуклеус, следует держать в одном улье до тех пор, пока не усилится и им не станет тесно. Тогда одну из семей переселяют в новый улей. Способ переселения семей подробно описан в журнале. Тут написано «Пчеловодство номер 4 за 1962 год». Вопрос. В журнале «Пчеловодство номер 1 и номер 2 за 1961 год» помещена статья Таранова о приемах, стимулирующих летную работу пчел. Какие результаты по увеличению медосбора? Ответ. Прием искусственной ароматизации гнезд с целью усиления летной работы пчел испытывали в трех научно-исследовательских учреждениях и на пасеках 36 пчеловодов-опытников в разных областях РСФСР. Это то, что я сегодня, сейчас вам в начале видео прочитал. Ароматизация, так сказать, стимулирует лед пчел и приносит больше меда. Так что это проверено. Это не просто человек написал. Он на основании вот этой проверки решил проверить, что же эти люди, ученые, научно-исследовательское учреждение проводили. Итак, читаем дальше. Результаты в подавляющем большинстве опытов получены положительные. Средняя прибавка меда в 1962 году составила 7,8 килограмма на семью пчел. И от 0,94 до 20 килограммов. То есть это 7,8, это почти 8 килограмм, это усредненный вариант. Усредненный вариант, когда собрали, допустим, с 10 семей, добавку эту, и разделили всех на 10 поровну, чтобы вышло по 7,8. Ну, как правило, на практике не бывает, чтобы все семьи были одинаковой силы. И поэтому слабые семьи, тут описывается, принесли до килограмма больше, а сильные семьи принесли до 28 килограммов. Поэтому учтите, этот метод очень хороший. Если у вас сильные семьи и слабые, не волнуйтесь. И, как говорится, брызгайте их с росинки и мятными каплями. И это не составит вам труда. И, как говорится, интересно быть на пасеке, и вы заняты хорошим делом, и поощряете семьи носить мед. Это проверено было в 1963 году. Институт пчеловодства организует более широкое испытание этого способа по усовершенствованию методики. Пчеловоды, которые захотят провести испытание этого приема, могут обратиться по адресу.
город Рыбное, Рязанская область, институт пчеловодства. Ну, это в то время было. Сейчас я не знаю, что там находится. Ну, вот такая информация была в то время. И как я привел, что и институт проводил опыты на основании, и отдельные статьи вам зачитал. Поэтому возьмите на вооружение, это весьма хороший опыт. Мы ради того и держим пчел, чтобы они побольше мед носили. Ну, в смысле, старательно работали. Еще один вопрос. Один сот с открытым расплодом более суток находился вне уля. После того, как его поставили в гнездо семьи, пчелы заложили на нем около десятка маточников. При каком понижении температуры погибает пчелиный расплод? Ответ. Закрытый и открытый расплод сравнительно легко переносит непродолжительное снижение температуры до 18-20 градусов. Если же расплод все время развития находится при пониженной до 33 градусов температуры, то он развивается нормально. Но с задержкой на 2,5-3 дня, то есть расплод, если он, как говорится, нормально развивается 21 день, но если температура понижена, то он будет развиваться 24 дня. Поэтому иногда вы видите разницу и выращивание расплода. В разных книгах написано, говорят, что трутневый расплод 29 дней развивается. Он обычно на краю бывает. Вот. А где-то написано 24 дня. Поэтому это от того, что пониженная температура и замедляется. Даже матка при развитии пониженной температуры нормально она выходит в 16 дней развития, а при пониженной температуре в 17, на один день позже. А если повышенная температура, матка может приблизительно на сутки раньше выйти. Не 16, ну, чуть-чуть меньше суток, ну, где-то 15,5, может на 12 часов раньше выйти. Итак, друзья, обратите на это внимание, это очень важно, чтобы вы знали, что вам делать в тех или иных случаях, когда вы манипулируете рамками, и вдруг рамка оказалась без пчел, и она простояла сутки, вы на следующий раз глянули, и вы эту срочную рамку, ох, выкидать, пропал расплод. Нет, не пропал, поставьте его, это самое, сильную семью, они его продолжат обогревать, и расплод выйдет, особенно запечатанный, он сам себя греет. Читаем дальше. Снижение температуры ниже 32 градусов уже ведет к частичному недоразвитию пчел, а ниже 30 к гибели расплода. Вопрос. 27 октября в теплый солнечный день у литка семьи я заметил матку, которая поднялась в воздух и вскоре вернулась обратно в улей. Чем объяснить такой вылет матки? Ответ. Матки обычно на облет ни осенью, ни весной не вылетают. Часто пчеловоды принимают за матку пчелу с сильно вытянутым раздувшимся брюшком. У пчел-кормилец, питающихся пергой, нередко задняя кишка сильно увеличивается, отчего брюшко кажется удлиненным. Такую пчелу при недостаточном опыте очень легко принять за матку. Если же в случае, о котором вы пишете, действительно вылетала матка, то мы не можем объяснить, чем этот вылет вызван. То есть я хочу сказать со своего опыта, что вот я живу в южной части Соединенных Штатов Америки, это Южная Каролина. И также я жил в Ростовской области, в Ставропольском крае жил. Матки свободно осенью облетываются, вылетают. Если благоприятная погода, солнечная, и время ей пришло вылететь, она обязательно полетит. Возможно, что это была поздняя матка. И, ну, я не, как говорится, разная местность по-разному. Обычно у меня облетывается 98%. Как говорится, одна может и из 20 не облетаться, а то все облетываются. Поэтому я считаю, что это, возможно, была матка. Вопрос. С какого дня следует считать, что семья начала готовиться к роению? С появлением трутневого засева, выхода трутней, появлением мисочек или засева мисочек маткой? Да, вопрос весьма интересный, потому что пчеловоды часто борются с роями, чтобы они всегда делают неустройство рои перед взятком обычно. И ответ вот такого порядка. Роение подготавливается всем предшествующим ростом и развитием семьи с весны, так как каждая семья в естественных условиях стремится разделиться. То есть это запланировано в пчелах, они все стремятся разделиться. Но
ну, не у всех получается, потому что есть ситуация наружная, есть ситуация от пчеловода, и поэтому очень важно знать все эти пчелиные законы, как исправить это положение, если вы не хотите роя, что нужно сделать. Этот закон сохранения вида, то есть это роение, это закон, заложенный Богом. В развитии пчелиной семьи существует стадийность, которая хорошо выражена в процессе подготовки к роению. То есть ступеньки развития. Первая ступенька, вторая, третья стадия. По стадиям развивается. Или точнее по периодам времени. То есть нам очень важно, допустим, знать в вашей местности, как развиваются пчелы, когда они выходят на роение. Если вы живете, допустим, в вашей местности с холодной зимой, то стадия эта развивается, вы знаете, роение у вас выходит, допустим, с 9 мая по 25 мая. Или с 25 апреля по 10 мая. То есть разные местности по-разному. Допустим, в моей местности я знаю, когда мне нужно залезть в мою семью, я залазю, делаю отводки на матку плодную и продаю. А моя семья в этот период времени, можно подставить туда молодую матку, можно маточник подставить, она развивается, то есть что хочу, то и ставлю туда. Если я хочу как удлинить период, чтобы семья не быстро развивалась, потому что весной есть ранний взяток, в апреле там верба цветет и прочее, и обычно это плохо пчелы берут по той причине, что она, семья развивается. А я в это время матку, маточник даю. И на это 10 дней семья обычно приносит мне ранний весенний медок. И далее читаем. Нам кажется, что первая стадия в этом процессе появления трутневого засева. То есть, как трутневый засев появляется, уже мы должны знать, что в ближайшее время появятся и эти самые, как их, маточники тоже закладываются. Семья, заложившая трутней, обязательно отроится, если у нее будет благоприятные условия для прохождения последующих стадий, в которых происходит отстройка мисочек, откладка в них яиц и, наконец, выход роевых маток. Если условия резко изменяются, процесс подготовки к роению может прерваться на любой ступени, даже после запечатывания роевых маточников. Да, могут разгрызть, как говорится, если вдруг что-то изменилось неправильно, пошло развитие на улице или другие обстоятельства. Читаем дальше. Вопрос. Можно ли весной кормить пчел глюкозой вместо обычного сахара для увеличения расплода? Ответ. Можно. В составе меда входит глюкоза в количестве 35-40%. Не используют глюкозу в пчеловодстве только потому, что она значительно дороже обычного сахара. Вопрос. Как долго с весны следует держать утепляющие подушки на гнездах в ульях? И надо ли убирать их на время летней жары? Ответ. Теплые подушки должны быть на рамках улья в течение всей весны с неустойчивой погодой. В летнюю жару хорошо заменить их соломенными матами, которые защищают гнездо пчел от прогревания солнцем и в то же время хорошо пропускает воздух. Если ульи утепляют только соломенными матами, то весной и осенью поверх и снизу мата необходимо класть газету в несколько слоев. Вопрос. Я часто читаю в журнале, что весной надо своевременно расширять гнезда. Но как практически определить лучшее время для расширения гнезда? Ответ. С весны гнезда во всех случаях полезно держать сокращенными или ограниченными по блинову. В зависимости от силы семьи для расплода составляют 4-6 рамок, которых отделяют от остальных рамок медовых и пустых вставной доской. Литок должен быть против рамок, оставляемых для расплода. На сокращенных гнездах семьи пчел должны находиться в течение 30-40 дней, считая со дня выставки и первого облета пчел. Поясню, почему 30-40 дней. В течение месяца до 40 дней происходит замена старой пчелы на новую. И поэтому семья не может увеличиться в это время. И поэтому гнезда держат сокращенные. Только после 30-40 дней можно расширять гнездо. После выставки или, как говорится, после первого облета, когда у вас пчелы начинают летать. Если они у вас зимовники, и надо проверять, если семья уже хорошо обсиживает и 5-6 рамок, и сверху много пчелы, тогда можно расширять.
Ну, обычно после 30 дней. Это все опытным путем в вашей местности, потому что, как я говорю, в каждой местности по-разному идет развитие. На севере позже, на юге раньше. И вы должны вот этот главный вариант убедиться, что когда у вас пчела заменилась. Как только заменилась пчела, семья у вас пойдет на увеличение. Им нужно обязательно дать работу, расширить сотами, и взяток, если пошел, поставить ващинку и так далее. Расширяют гнезда в то время, когда станет тепло и расплодом будет занята большая часть сотов. В теплое время можно применять разовое расширение гнезд, что значительно сокращает затраты труда пчеловодов. Для этого все гнездовые рамки с расплодом отодвигают к противоположной стенке, а освободившееся место против литка заполняют рамками суши, частично с кормами и искусственной ващиной. Когда семьи полностью займут все 12 рамок, то расширяют гнезда постановкой второго корпуса или магазинных надставок. Итак, вот, дорогие друзья, обратите внимание, это весьма интересные вопросы были. И еще хочу сказать вам одну интересную статейку. Эспарцет в Восточном Казахстане. Естественно, все пчеловоды знают, что такое эспарцет. Это хороший медонос. И я хочу прочитать вам эту интересную информацию, особенно в засушливых районах, где мало дождей. Как работает этот эспарцет? Возьмите на вооружение, если вы достанете семена, купите пчеловод.com или еще где, и посеете их, ну, хотя бы в небольшом количестве, вы будете всегда с поддерживающим взятком в определенное время лета. Прослушаем. В засушливой степной зоне Казахстана эспарцет используется для улучшения луговых пастбищ и также высевается в чистом виде. Он представляет большую ценность для пчеловодства. Цветение эспарцета здесь начинается в июне. Это в Казахстане. В разных местностях по-разному. Цветение очень интенсивное, продолжается от 20 до 30 дней в зависимости от погоды. Растения развиваются... Большое количество цветков, однако число их сильно колеблется. На одном гектаре редкого посева образуется около 160 миллионов цветков, а загущенного посева 350 миллионов. Пчелы охотно посещают цветки эспарцета в течение всего дня, причем наиболее интенсивно и сильно они посещают с 11 часов дня до 17 часов вечера. В 1962 году на прилегающих к посевам эспарцета неудобьях цвели сурепка, капуста хреновидная и другие медоносы. Тем не менее, эспарцет посещало 82,8% пчел, а остальные медоносы 17,2%. То есть он более сильно привлекает пчел. Было установлено, что среднесуточная нектаропродуктивность одного цветка колеблется в пределах от 0,1 до 0,5 миллиграмма. В зависимости от густоты посевов, количество сахара в нектаре в среднем составляет 58,92%, ну почти 59%. Это практически то, что люди задают очень хорошего качества. Обычно сахар, если делают 2 к 1. Выделение нектара начинается в 9 часов, 10 часов, прекращается к вечеру. Было замечено, что цветки верхушечной части соцветия выделяют нектар очень слабо. Чем мощнее растение, тем оно более нектаропродуктивнее. Это объясняется прежде всего тем, что хорошо развитые растения имеют мощную корневую систему, проникающую глубоко в почву, достигающую влажного горизонта на глубине 90-100 сантиметров, ну, то есть до метра в глубину корни растут. В 1960 году с 70 гектаров эспарцета, находившегося на 3,5 километра, за 3,5 километра от пасеки, от 62 семей пчел было получено около тонны товарного меда. Обратите внимание, за 3,5 километра влетали, принесли тонну меда 62 семьи. Нельзя не отметить, что семьи к взятку с эспарцета были подготовлены недостаточно хорошо в этой пасеке. В 61 году на медосбор с эспарцета было вывезено 45 семей, от которых получено 3 центнера товарного меда, 300 килограмм. Чтобы определить, какое количество меда собрано с эспарцета, мы выделили опытную группу из 10 семей, в которых учли запасы меда до взятка и после него. Эта группа собрала меда 338,2 килограмма
по 33,8 килограмма в среднем на семью. Одна из семей, содержавшая в улье лежаке, дала валового меда 54,2 килограмма. Для контроля часть пасеки оставили